Здравствуйте. А проголосуйте за Барнаул, пожалуйста. За присвоение Барнаулу звания города-героя трудовой доблести. Звать долго не приходится. После голосования по поправкам в Конституцию голосуют за город трудовой доблести. Такое звание, по мнению большинства жителей, должен носить Барнаул. Во время войны ведь очень-очень много, значит, и патронов здесь делали. Это самое, это же у нас в Барнауле. А сколько у нас ветеранов труда здесь. Обязательно нужно даже город Барнаул. Это город трудовой доблести. Это звание присваивают впервые после Великой Победы. На этот титул претендуют более 20 российских городов. Среди них Барнаул, Новоалтайск, Крупцовск, Бийск. Но присвоят звание лишь 8. И главные критерии – заслуги жителей и достижения предприятий в годы войны. Ну, участвует людей достаточно много. Сколько за Конституцию голосует, столько же голосует и за это звание для города Барнаула. Агитировать приходится, конечно же, но более старшее поколение, они приходят целенаправленно для того, чтобы проголосовать, и знают вообще, зачем идут и с какой целью. Основную волну избирателей на участках ждут в единый день голосования – 1 июля. Отдать свой голос можно будет с 8 до 20 часов, либо сделать выбор на сайте doblestyaltaya.rf. Так поступили уже более 15 тысяч жителей края. Барнаул лидирует с существенным отрывом. Виктория Лущик, Илья Халяпин. День с толком.